Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем с вами постройку нашего мегаполиса в игре City Skyline 2. Так, тут вот у нас дорога кривоватая получилась, да? Ну, как говорится, что вижу, то и делаю. Вот так. По поводу станций. Разобрался я с грузовым терминалом. Смотрите, как это все дело работает. Вот здесь я его поставил в нашем городе, чтобы грузовики сюда свозили, соответственно, продукцию, да, какую-то оттуда, чтобы отсюда забирали грузовики, ну, из промки. Свезли сюда, здесь забирали грузовики, везли по нашим магазинам. Так вот, маршрут, значит, такой. Отсюда поезд у нас идет... Давайте по новой, не так. Вот отсюда, из другого города, поезд у нас заходит вот на эту станцию грузовую. Разгружается, загружается, выходит сюда опять, пошел туда, привез сюда товары. И опять же в обратном порядке едет и уезжает из города. Вот, кстати, грузовой, да, грузовой поезд как раз заходит. У нас синяя ветка, но почему-то первый локомотив не перекрасился. Давайте посмотрим, куда он идет и что здесь происходит. Приехал он, груз 1200 тонн, но уезжает он пустым, да, отсюда? Вот, тут у нас развязка, сюда приходят у нас обычные поезда наши. Вот он, кстати. А, ну это еще один грузовой. Без пассажирских вагонов. Пока что холостую идут, да? Давайте найдем пассажирский. Где-то он должен быть. Опять грузовой. Опять пустой. А вот пассажирский. Как он выглядит? Давайте глянем. Кстати, можно за ним понаблюдать же. Вот так вот он выглядит. Он идет за грузовым, получается. Вот эта дорога у нас пока не соединена ни с каким другим городом. И здесь у нас 71 пассажир и 5 животных, видимо, везут. Где он находится, да, у нас показывается? Тут у нас 2 поезда на ветке. Сейчас он сюда заедет. Тут у нас, кстати, автобусная остановка рядом. Ну и... Выгрузит сейчас, загрузит пассажиров сколько-то, определенное количество. Да, 70 вышли. И, соответственно, едет поменяться местами вот с этим, видимо. Или как это работает, я пока не понял. Эти пропускают вот этот. Так, все-таки, наверное, я удалил здесь, но я думаю, что надо сделать здесь вот эту развязку. Как-то вот так. И вот так. Сейчас посмотрим, заработает или нет. О, господи, что с тобой? С тобой что-то творится. Так, это сюда заезжает. Ну, видимо, пока не додумались, да? Чё да как? Тут опять пассажирский у нас пришел. Парковку такси мы здесь сделали, все сделали.
Этот уезжает. А это едет сюда. Ага, не хотят они ехать в объезд, да? Ну, пускай работают так, ладно. Давайте вот на этом посмотрим, на новом, который прибыл. Кстати, что у нас там по плюсу? Плюс 9 тысяч, нормально пока. Из города сколько у нас едут? Из города у нас никто не едет. Нет, не хотят они туда заезжать. Ну, возможно, когда-нибудь это случится. Так, ладно, поехали дальше. Что у нас по колледжу? Учащиеся пошли. А, но что-то не сильно, чтобы сильно. А, ну это университет, да, да, это университет. А колледжи у нас что-то не пользуются спросом. 3000 у нас вместимость, а их очень мало, учащихся. Давайте пока один закроем. Так, это все работает. Я брал займ, который мы выплачиваем. Вот так вот. И, кстати, маршрут в объезд можно сделать для наших поездов. И тогда дело пойдет быстрее. Так, давайте попробуем. Пассажирские поезда. Этот маршрут. А как его редактировать? А. Цена билета. Давайте пятнашку. Автомобили. Ну, это, наверное, имеется в виду наши эти. Наши, как это назвать-то, наши вагоны, вот, господи. Так, по поводу маршрута. Давайте мы вот его удаляем. И пробуем сделать заново. Заодно я вам покажу. Пассажирский. Вот у нас отсюда, значит, начинается. Так, красный цвет сделайте, пожалуйста. Вот отсюда он начинается у нас, получается, красный, да? Идет у нас на первую линию. Потом он у нас идет вот сюда. Тоже на первый, да, путь. Давай вот сюда. И чтобы в объезд он ехал. Вот сюда. Потом заходит на второй. И выезжает, соответственно, вот сюда. Это у нас пассажирский, да? Блин, сбил. ЖД маршрут пассажирский. Пассажирский у нас будет. Отлично. Теперь давайте смотреть, работает это так или нет. Грузовые, грузовые перевозки. 1000 тонн уже. Именно на поездах. Давайте ускоряем, ждем поезд. Ждем поезд. Где наш поезд?
Вот он только поехал. Просто посмотреть, как это выглядит. Нам надо в город. Оно идет довольно-таки быстро, да? Если на первой скорости, тоже неплохо. Так, погнали, сюда едешь. Заезжает сюда. И пошел через кольцо, как я и хотел. Да, все работает. Таким образом мы будем разгружать это все дело. Так, что у нас не хватает? Ну, нам надо, как всегда, промышленные зоны, но, блин, я не знаю уже. Но, как я вам и говорил, вот до этой линии мы строим наши промышленные зоны вот до сюда. Поэтому давайте здесь что-нибудь еще построим, коли они так сильно хотят промышленные зоны. Так. Вот так. И тут. Да ладно, в принципе, сделаем просто ровно. Так, как я уже это делал многократно. И вот так. И тут, соответственно, таким же макаром. Так. Только вот тут по-другому. Вот так. Вот тут сделаем небольшие. Вот так. И вот это отдаем, соответственно, под застройку. Развлекайтесь, стройтесь. Счастья, удачи. Главное, чтобы народ приезжал. Ну и, соответственно, сейчас попробуем. Наверное, еще что-то сделать. Так, мелкими застраивается, да? Домами, именно. Нам нужна низкая плотность именно. Но низкая, так низкая. Хотя не будем так все сразу заливать. Пока делаем просто так. Если они так сильно хотят низкую плотность. Я как бы, кто я такой, чтобы им запрещать, да? Пусть все будут счастливы. Главное, больше людей, больше спрос, больше денег. Для образования и для всего остального у нас... место есть, и время, и как бы обеспечение городское. Но почему-то благосостояние жителей не сильно-то уж растет. Так, давайте, застраивайте все нафиг здесь. Да вот даже вот здесь можете построить. Кто хочет, и здесь. Только не орите, что вам потом воняет.
Они то не любят сначала, типа, давай стройку, стройку, нам надо больше места. Потом, а то у вас тут воняет и все такое. Знаю я их. Так. Как-то вот так. И также все, соответственно. Пока здесь не расстроилось, можно сделать кольцо, потому что это у нас основной заезд в город. Ага, вот тут уже нельзя, да? А если маленькие? Маленькое тоже нельзя. Ну ладно, пока что будете так ездить. Ничего с вами не случится. Так, проблем с водой. Вода заканчивается, да? А, кстати, вы же не подцепились. Естественно, у вас проблема. Так еще и дома нет куда цеплять. Давай, достраивайся. Давайте ускорим. И чё? Ты долго будешь строить? Благосостояние обездоленный. Скромный доход, высокий доход. Как обездоленный может что-то делать? Так, построили. Но канализации у них здесь нет. Простите тогда, но, к сожалению, не получится вот здесь что строить. Так, прибыль идет, я не знаю. В принципе, все хорошо. Но где наши люди? По поездам доход. Горожане. Турист 52. Два туриста. Грузоперевозки. 26 тонн. На поезде... 26 тысяч тонн, на поезде 3,5 тысячи. Так, ну что, в принципе, я не обеднею. Знаете. Ага, этот забился полностью. Ну давай теперь этот забивайся. Тут тоже пошли ученики. Я хотел посмотреть, знаете что? Нового у нас нет ничего. У нас есть вот новое здание. Это у нас принципальность. Принципальность. Куда мы тебя поставим, принципальность? Ну, давайте вот сюда. Тут будешь пока что жить. Так. Все хорошо пока что. Все хорошо идет. Так, давайте, наверное, я думаю, пора сделать еще один мост, наверное. Через реку, потому что у нас как-то все плохо. Как мы тут его сделаем? Пока вот так. А, ну нам надо вот сюда его вводить, да? Пока так. Так, и вот отсюда
Надо дорогу улучшить. Нет, не такая дорога. Тут у нас что, площадка? Площадку перенесем. Так, и вот эту тоже надо... давно уже сделать тоже дорогу. Вот так. И отсюда у нас пойдет, значит, получается мост. Мосты у нас где-то были, постройки, где я сейчас вспомню. Так, кстати, у нас еще же достопримечательности есть, на которые нам надо деньги копить. Я забываю про это. Так, мост ставим. Слишком малый подъем. Так, ладно, сейчас выровняем. Вот так, большой мост. И, соответственно, здесь отсюда нам на дорогу, да? Так. Давайте по закруглению. Хотя нет, хотя мы сделаем по-другому. Вот здесь сделаем прямо. Сделать бы еще прямо, да? Если прямо не делается. Ну вот, ловил же как-то, вот. Слишком короткое расстояние. Да чего? Тоже эти глюки-баги, над ними фигею. Так, и как нам тебя сделать? Чтобы ровно, ладно, фиг с тобой. Попытка номер два. Но мост уже нам не надо, нам надо просто дорогу. Допустим, так. И вот здесь сделаем вот так, и кольцо большое.
Вот так. А эту дорогу сейчас просто выведем, получается, к этой. Пока что как-то так. Так, основная дорога у нас... В принципе, можем сюда ее приделать. И здесь сделать выезд, если получится. Тут односторонняя, да? Ну и второй заезд как бы в город, правильно? Правильно. Так, здесь мы делаем прямую. Прямую тут уже косая. Прямую оттуда. Но делаем ее сразу большую. Досюда. Так, досюда сделали. Закольцевать в идеале все, конечно, но... Но как бы фиг знает. Тут еще можно соединить. Будет у нас здесь заезд, получается, да? Тоже. Но будут пробки. А с одной полосы мы можем убрать светофор? Вот здесь. И пешеходные. Но пешеходные здесь в принципе не нужны. Да, движение у нас здесь пошло. Эти две дороги по-хорошему тоже сделать в мосты. И сделать их ровно уже наконец. Так, у нас здесь односторонние, правильно? Правильно. Так, электроэнергия грёбаная, как всегда, мешает везде. Так. А мосты только двусторонние, да, делаешь? Ну ладно. Тогда будем довольствоваться, чем есть.
Дороги-то опустить надо. Вот так. Да, здесь все продолжается. Там у нас красивый мост. Пока здесь мост, к сожалению, сделать не можем. Так, тут у нас под землей. Под землей, сюда. Все пошло. Все поехало. Тут разобрались с этим вопросом. Давайте пришло время, я думаю, строить что-либо. Ботанический сад. Огромная теплица, где можно увидеть растения со всего мира. 100 отдых на свежем воздухе. Так, у нас вот здесь новые районы будут, да? Ну, по-хорошему, вот здесь его поставим. Просто ботанический сад. Так, дорожное движение у нас минус, а так все в плюс идет. Все идет в плюс, но опять же ни черташеньки не строится, да? Ну давай среднюю. И здесь средняя. Так, нам еще надо мелкую, да? Мелкой прям очень не хватает застройки. Но пока сделать, я думаю, ничего нереально с этим. Блин, ребят, ну у меня тут как не в себя все работает. Умершие ноль. Собирает, собирает. Сколько вам катафалков-то надо? Угу. Давайте здесь соединим пока. И тут по прямой. Как так? Так, это у нас улица обычно идет, да? Ее мы выведем вот сюда. Это также ровно. Ну. Практически, но тут под углом ровнее не сделаешь, да? Сделаем также вот здесь ровный перекресток у нас будет. Именно вверх. Хотя идеально ровного не может быть ничего. Правильно? Правильно. Вот так вот сделаем. Так, вот здесь я планировал сделать кольцо еще. И все. Чтобы у нас не было пробок. Ну и, соответственно, вот тут маленькое, наверное, колечко сделаем.
У нас тут, кстати, я заметил не на запись, а Стоунхедж, каменный монумент. Его разрушило как раз стихийным бедствием. Почему не едут новые люди? Вот это вопрос. Доступность тюрем. Полицейское управление у нас уже есть. Слава богу. Дополнительные камеры, но нам сажать некого. Вертолетная площадка. Вот это можно поставить. И в больницу, кстати, тоже. Так, служба соцобеспечения у нас все хорошо. Пожарную станцию, тоже вертолетную площадку. В минус мы не пошли, нет. Займы мы выплатили. По поводу налогов на жилье. У нас все стоит по 10%. Давайте по 9 поставлю. Я просто не знаю, что делать реально. Либо наоборот их, может быть, улучшаю, увеличивать налоги. Давайте. 12, 12, 12, 12. На промышленность 14. И посмотрим. Будут строить, нет? Всем не хватает денег, но производство у меня, простите, как не в себя. По поводу перевозок. 8 тонн уже, что уже хорошо. Туристы едут, тоже хорошо. Ботанический сад у вас здесь, блин. Все шикарно. Кстати, как он выглядит? Ну, внутри действительно есть растения, смотрите. Беседки есть, кафешечка какая-то. Проработка классная. Катафалк, ты зачем сюда приехал? Че, в ботаническом саду кто-то умер? По образованию. Колледж. Один забит, второй не полностью. Университет пошел. Средняя школа, начальная школа. Начальной школы у нас очень и очень много. И они у нас все забиты. Да. Слишком много молодежи, видимо. Тут мы все построили. Давайте смотреть, наверное, дальше, что мы можем построить. Колесо обозрения. 5 миллионов. Нясинуэла. Это смотровая башня в финском Тампере. Башня расположена в парке развлечений Сяркяниеми у озера Нисияры. Первых посетителей она приняла в 1971 году. На вершине башни расположен вращающийся ресторан, который совершает один оборот за 45 минут. Но она большая, да? Да, она действительно большая. Ее, если ставить, то только с той стороны где-то. Либо можно где-нибудь вот здесь, наверное, тоже, да? Ну, тоже это такой, такой обзорный город будет сверху. Полосы показывают, какие типы зон в настоящее время необходимы.
в вашем городе. Чем длиннее полоса, тем выше спрос на конкретную зону. Спрос на зоны постоянно колеблется в зависимости от множества факторов в постоянно развивающемся городе. Это лучший способ решить, на чем стоит сосредоточить силы. Ну так я и так уже сколько вам построил деревень-то, блин. Я не знаю, отдельно покупать клетки. От именно чтобы приблизиться сюда, возможно, и строить какой-то город тут, пытаться небольшой район новый. Ну, кстати, это идея, да? Так, у нас где проще-то будет выйти сюда? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы можем, кстати, это сделать. Давайте, почему бы и нет? Сейчас кинем напрямую шоссе прямо туда. Но этим мы будем заниматься уже как бы в следующей серии. Кинем шоссе напрямую туда. Такое именно. Тут пока что дорогу трогать не будем, ничего трогать не будем. Линию электропередач мы уберем. И посмотрим отсюда, возможно, к нам люди потянутся побольше, чем они идут оттуда. Но как бы тоже здесь палка о двух концах. Непонятно, что у нас в итоге выйдет. Так что не забывайте подписываться на канал. Этот город я уже считаю больше как пока что первым экспериментальным. Если будут достаточное количество просмотров, то мы в следующей... Ну, следую не в следующей серии, а, наверное, там, может, через месяц, через два, возможно, сделаем еще один город, только уже будем знать, как и что работает, чтобы не делать ошибки, которые мы делали, ну, я делал в этой серии. Я думаю, это будет достаточно хорошо. Также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. Ссылочку вы найдете в описании под этим видео. А пока что на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии. Всем пока!